Всем привет, вы на канале GameDop, это игра Diablo 3, 12 сезон начался, я уже весь сезонный поход закончил, и сейчас пытаюсь проносить все больше, все выше и выше, великие порталы. Сегодня на стриме я пронес 89-й, и вот сейчас хочу на видео пойти пронести 90-й. Думаю, что у меня получится. Давайте не будем тянуть время. Так, 90-й портал. В принципе, здесь, если с локациями, с мобами повезет, это должно быть, по идее, легко. Если с локациями и с мобами не повезет, то это будет уже сложно. Все, погнали. Погнали. Так. В принципе, это неплохая локация. Здесь бывают неплохие пачки мобов, которые довольно легко собрать. Так, что меня пробивают? Что-то меня пробивают. Мне это не нравится. Так. Давай. А, тут две желтые элитки. Это неплохое начало, я вам говорю. Со старта две желтые элитки. Это мне даже повезло, наверное. Это хорошо. Так, первая ушла. Второй кабан толстый. Пузатый. Ой. Взорвался, но я выжил. Это хорошо. Побежали дальше. Очень неплохой старт. Как бы не особо сложно было эту элитку убить. Идем дальше. Целое видео, наверное, будет слышно, как я клацаю мышку. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Такой бешеный ритм. Так. Вот сейчас что-то дальше пошло не очень. Мобов мало. По два, по три моба. Толпы нету, собрать не получается, потому что у меня никакой притягивалки нету. Так. Да, наверное, нужно вниз бежать. Не ошибся, да, ошибся? Ну ладно. Зато здесь есть мобы. Так, нужно попадать в эту область для полного кайфа, для максимального ДПСа. Так, ладно, бежим. Мобов мало. Мало мобов. О, элитка. Область. Бьем. Отойти. Так, ледышка сейчас бабахнет. Область. Отойти. Что там стоит, не вижу. Силушка стоит. Ну, я уже добью. Без силы добью я уже эту элитку. Так. Блин, сразу выход. Ну, как обычно. Баф или в начале локации, или в конце локации. Это самое частое его месторасположение. И ты пока бегаешь с одной и со второй локации, теряется много времени. И баф много пользы не приносит. Для меня лучше всего, наверное, скорость бега. Баф. Потому что он хорошо повышает. Да блин, взрывается больно. Больно взрываются, чуваки. Скорость бега повышает. Не только скорость бега, а еще скорость атаки. У меня так получается не маленькая скорость атаки. А как когда берешь лапу, то лапа, то нога. Каждый по-разному называет. Так, сейчас взорвется, прыгнет и, блин, зажали. Галима, что рывок очень долго откатывается. Так, вижу синюю элитку. Так, зомби. Давайте вы кучнее как-то, может станьте, опять взрывается. Ой. Так, давай. Так, одну убил. Так.
вторую... Нет, вторую еще не убил. Она еще щит на себя кидает. Так вот. Ах, отошла, падла. Отошла. Как видим, в принципе, я очень легко иду. Уже неплохой запас по времени. С элитой очень везет. Так, еще и молния. Я еще даже ни разу не умер. На удивление. Так, бьем, бьем, бьем элитку. Молния нам помогает. Так, все. Синька упала. Синька упала, побежали. И сразу же, блин, голда. Так, вот реально везет как-то. Реально везет. Так бы везло постоянно, так я бы уже, наверное, сотый закрыл бы. Ну, сотый я бы не закрыл бы, конечно. У меня шмотки галимые еще. Лучше бы на шмотки везло. То на шмотки вообще не везет. На порталы не везет, на шмотки не везет. Вот сколько уже сезон идет. Я только одну выбил супер древнюю. Первозданную шмотку. Только одну выбил. У-у-у! И опять обалденная локация. Ну не знаю. И сразу две элитки. Что-то мне так... Да мне так вообще никогда не везло. Вообще четко я проношу. Вот очень повезло. С локациями вообще повезло. Так, желтая упала. Синюю сейчас добиваем. Так, отлично. Еще парагон прокачал. Отлично. Так, бежим, бежим. Нужно какую-то кучку собрать. Обнова. Ой, обнова во мне вообще как-то особая. Не знаю. Пользы мало мне. Вот этого скилла. Мне кадешить нечего. Кроме рывка. Вроде бы и куча мобов, ну и... Они как-то, не знаю, по одному стоят. Они в кучке не хотят стоять. Не хотят стоять. А мне стягивать их нечем. Так, так, давайте, давайте, давайте. Вообще. Короче, с локациями мне повезло, с мобами повезло. С элиткой повезло. Ну, кабаны. Убиваем кабанов. Убиваем кабанов, и все, появляется босс. Надеюсь, что я босса тоже так легко убью. Все, босс появляется. Ну, такой, в принципе, не очень сложный босс. Нужно только вокруг его бегать постоянно, чтобы он меня там не заваншотил. Ла-ла-ла-лей. Вот так все было супер отлично, пупер-пупер. И ваншот. Тупо-тупо ваншот. Это еще не последний ваншот. Отвечаю вам. Эта штука такая опасная, по идее. Блин. Давай, хп регейн. Так, давайте. Родной. Короче, в сухую не получилось пронести 90-й портал. Это, конечно, обидно. Если бы я пронес его в сухую, это было бы супер. Все. Я свой рекорд побил. Хотя этим еще рано фастаться. 90-й портал. Сейчас это, в принципе... Это легко, в принципе. Ничего в этом сложного нету. Качаем камни. Качнулся. И третий камень. Качнулся. Везуха. Вообще везуха. По шмоткам. А вот по шмоткам не везуха. Со шмотками все плохо.
Сейчас шлем распечатаю. Потому что там кроме шлема ничего больше полезного и нету. Ничего больше полезного нету. И шлем говно. 90-й получилось закрыть. Изи. Так что, ребята, ставим лайки. Следующие видео будут с более высокими порталами. Подписываемся на канал. На этом все. Всем пока. Бабах!